как мы уже говорили, есть путь, да, есть результат. К очень хорошему результату можно прийти не самым честным и чистым путем. Особенно люди боятся говорить про первые километры этого пути. Вот. Мне бояться нечего, Евгению Александровичу, как он говорил тоже в своем интервью, бояться нечего. Мы можем отчитаться за свой первый миллион. А я желаю всем, чтобы все достигли такого состояния, когда к очень красивой цели можно идти самой красивой, самой фантастической, самой приятной и самой... И такой дорогой, где все благодарны, все тебя любят, той дорогой, которой, я надеюсь, иду сейчас я.